Берег Волги в районе Старой пристани вновь стал местом проведения большой экологической акции «Золотая рыбка», которую компания «Фосагро» уже в 7-й раз проводит в Балакове. В этом году в большое плавание отправились 50 тысяч мальков, выращенных в рыбопитомнике. В этом году мы выпускаем по 25 тысяч и сазана, и толстолобика. В основном у нас молодь годовик. Возраст выпускаемых мальков не случайный. Рыбки уже легко адаптируются к новым условиям жизни. При этом, благодаря небольшим размерам, они могут избежать попадание в сети браконьеров. А значит, у малышей есть все шансы вырасти и помочь Волге в борьбе с растительностью. Ведь сазаны и толстолобики – отличные мелиораторы. Мы уже для себя решили, что это будет постоянной традицией. Потому что Волга – это всегда была кормилица, река. Да, различные ресурсы, их, естественно, надо восполнять. И мы вносим, пускай маленькую, но толику в это хорошее, благое дело. Представители Рыбнадзора, которые тоже приняли участие в акции, говорят, такая помощь главной реке страны необходима и уже дает свои результаты. По мониторингу сегодняшнего года, особенно апрель месяц, показывает, что добыча водных биоресурсов в этом году увеличивается. Есть определенный сдвиг в положительную сторону. По традиции в акции приняли участие сотрудники балаковского филиала АО «Апатит», ветераны производства, ученики фосагрошколы. Каждый выпустил по несколько рыбок, перед этим дав им имена. И теперь в Волге плавают сазаны Артем и Маша, толстолобики Рома и Елизавета. Мы дали жизнь малькам. Акция очень хорошая. Советую всем сюда прийти, чтобы тоже пустили рыбок. Пусть сазаны и толстолобики рыбки не золотые, но они исполняют желание, проверено участниками акции. Выпуская малюток в большую реку, каждый думал о своей мечте, доверить которую можно только рыбкам. Желание стать футболистом. Так нельзя же рассказывать желание, иначе не сбудется. Но одно общее желание сбудется точно. Выпущенные мальки обязательно вырастут и будут приносить пользу, поедая растительность и очищая Волгу.